На известной интернет-платформе Indiegogo анонсирован проект, который заинтересовал каждого жителя нашей планеты. Кибэк – это не просто пластиковый рюкзак, в который можно положить 13-дюймовый ноутбук, а полноценное многофункциональное устройство, которое может заряжать несколько устройств, содержит аудиосистему и умный дисплей. Разработка нашего отечественного дизайнера Steel Drake – единственная и уникальная в мире. В 2016 году пришла идея создать рюкзак. Мы просто работали с ребятами над одним прототипом, и у нас кое-что не получалось, были сложности. В ходе этого проекта у меня рождается идея рюкзака. Я прихожу потом, я очень хорошо помню этот момент, я прихожу утром, это декабрь был, перед Новым годом. Я ребятам говорю: ребят, есть крутая идея, вот что нужно. Рюкзак, но не просто там какой-то дисплей, а он изогнутый, и он посередине, как стиль робокопа. Рюкзак сделали за неделю, первый прототип, вот тот из пенопласта. А дисплей пришли нам где-то через недели-две. Команда дизайнера Steel Drake несколько раз откладывали проект рюкзака по причине усовершенствования дизайна. Ведь в нем заключается очень сложная инженерная работа оснащения микроэлектроники. В 2018 году они в портале Indiegogo хотели собрать необходимую сумму в 50 тысяч долларов, но собралось лишь 2500. В отчаянии автор проекта написал пост в Фейсбуке о провале его мечты и неудаче поиска инвестора. Инвесторы объявились из Кыргызстана, и к августу 2019 года создан полноценный прототип, а к апрелю этого года рюкзак будет анонсирован к продаже по всему миру. Этот рюкзак – часть твоего стиля. Он подходит к любым вещам, чтобы вы не одели. Даже если вы в пиджаке будете, в костюме, он тоже вам подойдет. Сзади дисплей, дисплей может применяться по разным направлениям. От что-то высказать, самовыражение какое-то, какая-то картинка, анимация или текст, что-то хочешь миру сказать, с кем-то познакомиться хочешь, что угодно. У нас внутри 30% занимает электроника внутри рюкзака. Остальное 8 литров вы можете что угодно носить. Туда поместится ноутбук, туда поместятся какие-нибудь, не знаю, вещи небольшие. Места достаточно, чтобы там просто носить, с ним ходить в университет или куда-то. Туда фотоаппарат можно поместить большой, с несколькими объективами. Автор проекта коротко поделился подробными характеристиками рюкзака Keybag. Функции рюкзака такие, что у него главное его преимущество – это дисплей. Да, то есть его главная начинка. После дисплея это идет зарядка. У нас 14 тысяч мАч на борту, то есть вы можете заряжать не только телефон, но и ноутбук. У нас хороший звук, 10-ваттный, очень хороший. Через Bluetooth подключаете, просто идете с рюкзаком и слушаете. Плюс мы установили динамики таким образом, что они смотрят не в разные стороны, а немножко направлено назад. Поэтому, когда вы одеваете рюкзак, у вас создается ощущение такого окружающего звука. Вопрос безопасности переноски умного рюкзака и условия ее хранения остаются важнейшим. Мы используем очень дорогие батареи Panasonic, качественные, очень. Они емкостные и качественные. И у нас будет сертификация, мы даже некоторые сертификаты, которые там, знаете, как Rohs и другие, мы будем выигрывать, штамповка будет на самом рюкзаке, на пластике. И по поводу дождя очень часто спрашивают. Сегодня людям это очень важно, да, чтобы вода не попадала. Да, можете под дождем ходить, ничего не будет. Воду его нельзя бросать, как ноги. Нельзя, но под дождем ходить можно. С середины весны планируется продажа в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии по предполагаемой цене в 400 долларов, где включена и стоимость доставки в любую точку мира. Заказать рюкзак Keybag можно через сайт Indiegogo. В преимуществе рюкзака будут запасные части корпуса, которые можно поменять на другие при поломке или поменять на любимый цвет. В продаже будут доступны 4 цвета – белое, черное, серебристое и металлик. Многие люди не верят в реализацию своих безумных и полезных обществу проектов. Но пример такого успеха от Ермакова становится надеждой для молодых изобретателей Кыргызстана. Рашид Алиев, Бектур Калыков, новости Ош-Пирим.